Дорогие друзья, сегодня 1 апреля. Ну, что это за праздник, я думаю, вам не нужно рассказывать. Кто-то называет это днем дурака, кто-то называет днем смеха. Но сегодня просто все прикалываются друг над другом. Да. Кто-то любит этот праздник, кто-то делает этот праздник, кто-то ненавидит. Но в любом случае, от меня в любой праздник частушки. И сегодня не исключение. Я сегодня на чеку, никому не верю, ведь сегодня за окном 1 апреля. Чтоб обманутым не стать с первыми лучами, сам пойду народ пугать, чтоб не заскучали. Мы в день смеха поздравляем чудаков-чудачек, кто живет, проблем не зная, от ума не плачет. Улыбаться призываю, смейтесь на здоровье, час улыбок заменяет маслице коровье. Моя милка на сносях хохотала звонко, имя парню выбирала, родилась девчонка. Что за чудо, что за диво, это что за каварда? Это 1 апреля на тебя влияет так. Покидай скорей постель, к нам пришел шутник апрель. Будь сегодня осторожен, ведь прикол вполне возможен. Дорогие друзья, с 1 апреля всех! Всех тех, кто этот праздник отмечает. Ну и тех, кто, наверное, не отмечает и смотрит мой канал, который называется «Споем под баян». Меня зовут Виталий Бутин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!